Всем привет, дорогие друзья! С вами Колдун, и это новая игра, новый подарок от Бобра. И эта игра Супер Ход. Ну, вы уже там, наверное, видели в описании, в обложечке. Вот, начинаем новую игру, потому что отважные сердца мы прошли. Но если ты не видел, можешь вот туда нажать и посмотреть все сначала по отважным сердцам. Ладно, без лишних слов, погнали. Так, нам пришло какое-то новое сообщение, тут все в виде доса, короче. Ну ладно, давай. Ход такой, я еще ни разу не играл. Печатайте. Че печатать? Привет. А, оно само. Ты вообще о чем? Ладно. Суперход экзе. Это просто бомба. Пушка. Веди это, чтобы зайти на сайт компании и сыграть в эту игру. Офигенный шутер. Ага. Печатайте. Ну, типа, ну просто жать на клавиши можно. Что в нем такого? Это надо видеть. Сыграй. Угу. Сейчас отправляю тебе файл. Момент. Просто запусти Суперход экзе. Установка автоматическая. Беседа завершена. Слава богу, я хоть это, тот еще динозавр. Я умею досом пользоваться. Так, тут у нас что есть? Настроечки, да, какие-то? А что за настройки? Графика. Гамма, висинг. 60 FPS. Ну ладно. Погнали. Суперход экзе надо, да, запустить? Зацени, просто запусти Суперход экзе. Team Суперход. Рожит представим полная версия игры Суперход от выхода 25-го. Ого! А другие качественные релизы на superhotgame.com. Хороший мальчик. Реплей и выход. Ну, погнали. Ой-ой-ой. Нолик. А, это не нолик, это мы типа а-ля по коридору идем в дождь. ВСД, цельтесь мышкой. Время движется только вместе с тобой. О, это хорошо. Нормально, супер. Да? О, все? Hot. Нормально. Супер. Супер. А, надо еще клавишу нажимать. Офигеть. Понятно. Что значит, это была подстава? Супер. А, все? Супер. Я просто видал немного, как в эту игру играют в этом. Притормози. Нормально, там, надеюсь, уровни сложности не надо, не киди меня. Супер. Господи, надо не забывать вот эту вот фигню нажимать. Фу. Есть еще кто? А, вот. Вижу. А, нормально. Нормально меня бахнули. Не вижу, куда стрелять. Вот так, наверное.
Это было сложно, отсюда их прям очень дофига. О, получилось. Пойдем с нами. Здесь кто-нибудь еще есть? Он бежит, товарищ. А кто в меня попал? Там больше нет никого? Супер. О, нормально. Супер. О, что это было? А почему я теперь ходить могу? Серьезно? А тут ничего нет, они монолит. Это наркоманская игра, несанкционированный доступ. Я опять могу ходить? Эй, что за наркомания? Все черное стало.